Новосибирский открытый университет и лоб подземка сегодня впервые делают такое партнерское событие. Но я думаю, такой креатив мы будем и множить дальше. Здесь очень круто, действительно. Мы с Екатериной, вот формат антропологического шоу, какой сегодня мы представляем, уже пробировали 25 декабря прошлого года в трубе. У нас такая задача соединить вещи, которые обычно не соединяются, разные полюса. Это философия, философская антропология, это музыка, это психоанализ, это перформанс, танец. Это сочетание, в общем, всех видов, всех направлений искусства, которые можно только сочинить. Поэтому здесь у нас совершенно открыт список. Сегодня у нас главное событие, помимо самой идеи человека, как зеркало или человек в зеркале, это выступление известной танцовщицы из Берлина, там прибывшей Марии Литковой, которая, собственно, воплощает идею зеркала, будет у вас в наглядном режиме вот, своими движениями. И Роман Столяр, наш знаменитый маэстро, который, собственно, вот это все озвучит. Мы с Екатериной же выполняем рациональную роль. Наша задача – ваши чувства и интуиции, которые пробуждаются вот этими ребятами, перевести в более осознаваемое русло. Поставить перед вами какие-то вопросы, которые вы раньше перед собой не ставили. Ну, собственно, что мы хотели вам сказать, мы скажем об этом позже, а сейчас начинаем, Катя. Я пару слов добавлю. Меня зовут Екатерина Затремаева, я психоаналитик. Я очень рада здесь быть и рада, что эти наши идеи воплощаются в этом прекрасном месте. Роман уже говорил, что мы делали такое шоу 25 декабря, оно называлось «Рождество субъекта». Оно было посвящено тому, как человек рождается как субъект, не как биологическое существо, а как существо, как человеческое существо. И сегодня мы продолжаем эту тему, говорим об идентификациях человека, о том, как он строит себя из отражений. Поэтому мы подняли тему зеркала, тему отражения. И такой счастливый случай, что сейчас в нашем городе Мария Биткова и Роман Столяр не уехал никуда на гастроли. И мы можем исследовать эту тему и через музыку, и через танец, через погружение в себя, и через некую такую небольшую теоретическую часть, которую представим в основном для вас. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что наше событие, сейчас, которое продолжится танцем и музыкой, а потом нашими докладами, в третьей своей части будет содержать перформанс, в котором вы можете поучаствовать. Это будет эксперимент с видеопроекцией, в котором те, кто решатся, те, кто отважится на этот экспириенс, получат необычный подход к тому, чтобы встретиться со своим отражением, и со своим телом, и с самим собой. Организует это Мария Биткова и Александр Питков, который отвечает за Александр Питков, за видеоинсталляцию, за всю организацию техническую. Приятного вечера. Начнем. Биткова.